Экзамен для школы. Ивановские образовательные учреждения проверяют перед новым учебным годом. В 33-м лицее областного центра весь июль кипела работа. Времени на подготовку было немного, но удалось завершить все работы в срок. До конца июня в школе идут единые государственные экзамены. Школа является пунктом проведения ЕГЭ. И всего один месяц до момента приемки – это все то, что мы можем сделать. В этом году в школе отремонтирован, переведен из одного разряда в другой помещение и создан новый учебный кабинет. Туда закуплены парты. Также парты, три комплекта парт закуплены в кабинеты начальной школы для того, чтобы соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Парты наклонные. Все приводится в соответствие. Чтобы открыть двери для учащихся 1 сентября, школы должны соответствовать требованиям нескольких инстанций. Полицейские проверяют защищенность от посторонних, специалисты мэрии – обеспеченность всем необходимым для комфортного и плодотворного поглощения знаний. В 33-м позаботились еще и об эстетической стороне. Кабинеты и коридоры оформили творчески, чтобы вдохновить ребят на академические успехи. Это та единая концепция, к которой мы идем, это школа радости. Математика не всегда сухая наука, и несмотря на то, что мы математический лицей, мы любим своих детей, дети любят нас. Те же отношения у нас с родителями, поэтому очень надеемся, что детям здесь будет не только приятно учиться, но и радостно находиться. Инспектора пожнадзора больше интересуют другие рисунки – схемы эвакуации в случае пожара. Они должны быть на каждом этаже, как и огнетушители. Все это и многое другое нужно проверить на соответствие требованиям безопасности. Проверяется работоспособность систем противопожарной защиты. Это у нас и автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения на объекты покрупнее и посерьезнее. Это может быть и система пожаротушения и дымоудаления. Также проверяется состояние пути эвакуации и геометрические параметры – это длина, ширина, высота эвакуационных выходов. Ну и кроме того, проверяется противопожарный режим, как на объекте обустроены это все. Приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, обучение директора и ответственных. Исправность системы обнаружения и оповещения проверяют непосредственно, включив ее. В 33-м лицее в этом году старую сигнализацию заменили на более современную. Это, я так понимаю, старая сигнализация, старая которая еще... Да, это вот уже новая, бесплатная. После ввода в эксплуатацию всей сигнализации на все здание, это старое все будет демонтировано. Да, соответственно. Да. Ну, это запускайте. Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайший выход. Это одна из самых, так сказать, модернизированных систем, которые каждый наш датчик присваивается ему свой адрес, он свое состояние по радиоканалу передает на пульт прибора, то есть охранник там или лицо, кто производит дежурство на объекте, в любой момент времени может проследить, в каком состоянии находится датчик, как он загрязнен, также там указывается уровень дыма, то есть вплоть до таких мелочей. Да. Всем требованиям соответствовать непросто, но вполне реально. Например, антитеррористическая безопасность предполагает, что входы в здание школы должны быть закрыты от посторонних, а противопожарная требует свободный выход из него. Противоречие решается банальной щеколдой. Изнутри открывается легко, а снаружи нет. Проверки только начались. До конца августа у комиссии еще масса работы. Пока серьезных замечаний к ивановским школам нет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.